Колледжи страны перестанут обучать студентов по 50 специальностям. Им на смену придут новые, более востребованные профессии, актуальные для каждого региона. К примеру, в Атырауской области основной акцент будет делать на обучении кадров в сфере IT-технологий и нефтегазодобывающей отрасли. Тему продолжит Илья Жамитова. В казахстанских колледжах началась настоящая реформа. Прекращен прием на такие профессии, как пробоотборщик, ламповщик, котельщик, гувернер, юрисконсульт и пятновыводчик. На их замену пришли новые специальности, такие как робототехника и встраиваемые системы, технологии изделий на основе наноматериалов, аддитивные технологии производства, дистанционно пилотируемая система. В ИТРАУ теперь будут готовить специалистов исключительно по цифровизации нефтяной отрасли. Следует отметить, что преподавание специальностей в области экологии, технологии, бурения приостановлено. По заявкам промышленных предприятий были открыты новые специальности в связи с открытием Атырауского НПЗ, Костронсойла, а также завода KPI. И связано с лабораторной техникой, мехатроника, информационные системы и системы магистральных трубопроводов. В настоящее время в Атырауской области работают 24 колледжа. 7 из них частные, остальные государственные. И все они уже вводят инновации. С момента постановки вопроса учебные заведения развивали свою материально-техническую базу. Требования меняются со временем. Сейчас появляются новые специальности. В нашей Атырауской области пока только в одном колледже введены 4 новые специальности. И цель колледжа – технического и профессионального образования – трудоустройство выпускников. А исключенные специальности были не востребованными. Большой интерес к цифровизации нефтянки специалисты объясняют со скорым запуском проекта будущего расширения на Тенгизском месторождении. Сегодня в регионе востребованы пусконаладчики, трубо- и электромонтажники. Мы готовим специалистов, особенно местных кадров для нефтегазовой отрасли. В данный момент у нас обучается около 50 человек. Основные обучения у нас связаны с нефтедобывающей отраслью и строительными областями. В Министерстве образования уверены, что новая инициатива увеличит процент трудоустройства выпускников, и вопрос кадровой нехватки будет решен, если не полностью, то максимально эффективно. Алия Жамитова, Канат Елеев, Атамекен Бизнес, Атырауская область.